Убрать беспорядок. Беспорядок, который мышки натворили. Они вечно устраивают беспорядок. Как им удалось сбросить камешки? У них тут что, вечеринка была? Нужно все их собрать. Один камешек, два камешка. Уф! Чувствую себя Гретель. Гретель — это Золушка. 15 камешков, 16 камешков. Ого! Как красиво! Будто бы эти большие старые деревья защищают маленьких. А как проникает солнечный свет, это я? Неужели кто-то оставил камешки, чтобы привести меня сюда? Лили! Лили! Иду! Видимо, меня здесь не просто найти. Так, встретить Ин. Эй! Я скучал по тебе, дорогая. Я тоже скучал по тебе, подруга. Мы не виделись уже целых 2 дня. Позволь мне тебе кое-что показать. Это потрясающе. Только посмотри на это место. Да, красиво. А это что за старая хижина? О, здесь дядя Артур делал домики для фей. Домики для фей? Долгая история. В любом случае, нам многое предстоит сделать и обсудить. Да, ты не шутишь. Выбрать клумбу и осмотреть мастерскую. Поможешь мне посадить это, хорошо? Не вопрос. Итак, как твое путешествие? Да, такое себе. Ой, думаю, мне следует начать с того, что на самом деле моя поездка была... я была в круизе для одиночек. Круиз для одиночек? Ах, вот ты какая! Прошло много времени с тех пор, как у меня были настоящие отношения. Ну, я и решила попробовать. Но это было так странно. Ни один парень не привлек моего внимания. Они все были такими скучными. Возможно, я обречена на вечное одиночество. Только я и мой пояс с инструментами пока не состарюсь и не посидею. Ну, ты хотя бы попыталась. Ага. И решила больше не пытаться. Ох, Регина.
осмотреть мастерскую. Хочешь посмотреть мастерскую? За дело. Ого, да здесь полный бардак. Давай приведем все в порядок, прежде чем заходить вовнутрь. Верно. Отлично, вот так. Теперь там можем зайти внутрь? Пожалуйста. Конечно, да. Вперед. Его взломать. Боюсь, что тогда получится только сломать. Ладно, я просто оставлю все как есть. В этом месте одни замки. Так что там было-то? Ты просто просидела в своей каюте весь круиз? Ну, почти. В основном выпивала с другими одинокими девушками. И вот что странное. С ними мне действительно было весело. Но всякий раз, когда мне приходилось общаться с каким-то парнем, фу, я слишком много говорю, извини. Что ты, тебе не за что извиняться, я твоя подруга, и я тебя поддержу. Спасибо, дорогая. Может, посадим что-нибудь? Центральный элемент нужно заменить. Прошу, найди мне какое-нибудь дело. Вот, я предлагаю тебе выбрать дизайн. Как тебе? Здорово! Спасибо, Ирина.
без спасибо. Мне нужно было поделиться этим. Починить стену на сердце. Давай приведем в порядок стены, Лилс. Есть, мэр. А как у тебя дела с твоим парнем? Он не мой парень. Да? Тогда как ты поняла, о ком я говорю? Ладно, подловила. В общем, он поехал в Неваду на собеседование по поводу работы над декорациями к фильму. Меня не интересует собеседование, дурочка. Я хочу знать, как дела у вас. О, ну я не знаю. Вроде как у нас кое-что получилось, мы проводили время наедине, а затем появилась моя мама. Между нами что-то есть, только я пока не знаю что. Стены? Да-да, давай сделаем вот так. Дальше нужно заняться крышей. Поможешь? Всегда готова помочь. Ну что, может, поиграем в три в ряд?
Если я упаду, поймай меня. Это слишком большая ответственность. Это всего одна вещь. Ну ладно. Как это выглядит снизу? На 5 с плюсом. Эй, когда ты научишься слушать свою лучшую подругу? О чем? Насчет Люка. Помнишь, что я тебе говорила? Мужчины узколобые. Если хочешь поцеловать его, поцелуй. Если хочешь, чтобы он стал твоим парнем, предложи ему. Тебе нужно действовать, или будешь ждать вечно. Да. Мне придется сделать тут кучу дел. Кроме плотничества. Мне придется сделать тут кучу дел, кроме плотничества. Как насчет того, чтобы сделать цветочные лотки для окон? Я в деле. Только скажи, какие ты хочешь. Да, это чудесно. О, хотела спросить, если Люк получит эту работу, то как долго его не будет? Минимум несколько недель. Тебе бы лучше все прояснить, пока он не уехал. Найдите какую-нибудь подходящую кладовку. Регина! Ой, как будто ты об этом не думал. Итак, что дальше? Лили, ты меня слушаешь? Извини, ты меня просто отвлекла. Кажется, я опять все испортила. Я сломала Лили. Возможно, круизы для одиночек не твой формат. В следующий раз попробуй сафари для одиночек. Ну уж нет. Я просто приму свою непритягательность как факт. Я спала и с менее притягательными женщинами, чем ты. У тебя все еще будет, поверь эксперту. О, привет, мисс Робертс.
Я не хочу об этом говорить. Я все равно подслушивала. Так что можешь и поговорить. Раз уж я все слышала, дозволь дать тебе дружеский совет, Ирина. Если тебе понравилось общаться с женщинами, ты можешь с ними и строить отношения. Что? Похоронить свои потребности и желания – это не жизнь. Когда ты проводила время с женщинами, ты чувствовала себя комфортно, так? Это знак. По крайней мере для меня. Следуй за своим сердцем. Не бойся экспериментировать, детка. В раздумьях, Ирина. А если ничего не получится, всегда можно вернуться к парням. Впрочем, выбирать что-то одно вообще не обязательно. Я по своему опыту могу сказать, что так даже веселее. Как-то так. Я свои 5 копеек вставила, а дальше сама решаю. Ого, мам! Это было как бы даже глубоко. Да, спасибо, мисс Робертс. Хотя сейчас я испытываю что-то вроде взрыва мозга. То есть ее слова не лишены логики. И все же это взрыв мозга. За работу, у нас полно дел. До вынесения решения всего 2 дня. Сегодня и завтра. Очистить землю, очистить дорожку, расчистить завал. Вот, а тут все заросло. Точно. Не хочешь, чтобы я что-нибудь сделал вместо этого? Что именно ты хочешь? Что-нибудь плотненькое? Нет такого слова. Неважно. Сплотничай эти сорняки, раз такая умная. Несколько сорняков спустя. Эй, тут что-то есть. Еще маленькие домики. Они в довольно плачевном состоянии. Так не пойдет. Где будут жить феи? Феи – это типа твоя новая фишка? Они были фишкой дяди Артура. Что ж, не мне тебя судить. Я вот, например, каждый день читаю гороскоп. Чистить дорожку. Тут только сорняки. Можно все выдержать. Да, конечно.
легко, только не наступи на мышей. Мышей? Они живут в доме, как для фей. Ой, как миленько. Много сорняков в шлисте. Как думаешь, у мышей есть британский акцент, как в фильмах? Наверняка, а по воскресеньям они ходят на фермерский рынок за морковкой. И заходят к соседям, чтобы одолжить наперсток муки. Но есть один злобный сосед, Арнастай и Велеса, который совершенно не вписывается в общую картину. Да, и этот злобный сосед съедает одного из мышиных детей, и это повергает в ужас все сплоченное сообщество. А другой сосед для ушка или кто-то в этом роде, бывший киллер, работавший на банду кроликов, и он предлагает убить лису за деньги. И общество должно решить, чего хочет. Правосудие для скорбящего семейства или возмездие. Да, мрачноватая получилась история.
вот что мне остается, собирать камни. И ради этого я училась в колледже плотников. Ты училась в колледже плотников? Что? Конечно, нет. Колледжа плотников не существует. А ты думала, я ходила в Гарвард для плотников? И стала магистром деревообработки, а параллельно еще изучала эндерологию? Хватит надо мной издеваться. Собирай эти дурацкие камни. Спасибо, что снизошла до такого задания, несмотря на свое образование. Пожалуйста, по крайней мере, я выплатила свои воображаемые долги за обучение. На днях моя мама вспоминала твоего папу. Какие у тебя родители? Мы реально говорим о детстве? Ой, не вредничай. Папа был барабанщиком панк-группы 80-х. Так он и познакомился с моей мамой. Парни из его группы услышали, как она поет на каком-то мероприятии, и решили пригласить ее играть вместе. Папа был категорически против девчонок в группе, но
но они его не послушали и все равно ее позвали. И уже через месяц он был в нее по уши влюблен. Это так мило! Это точно. В итоге группа давно распалась, папа работает студийным музыкантом, а мама дает уроки вокала. А что насчет твоего папы? Какой он? О, да я и не знаю. Но мама говорит, что он был музыкантом. Так что у нас с тобой есть кое-что общее. Ты никогда его не видела? Неа. Даже если бы мне удалось узнать, где он, мама бы ни за что этого не допустила. Она убеждена, что он неудачник. Так за дело, нужно заняться растительностью. Чего ты ждешь? 2 дня, подруга. А, ладно, ладно. Еще кажется, что они сестрички по папе. А чё? Вполне возможно. Выбрать дорожку. С сорняками покончили. Ни одного мышиного несчастного случая. Я проверила. Спасибо. Твоя забота об их безопасности много для меня значит.
Вообще-то я не смотрела за ними во время работы. Я просто проверила потом. Ладно, помоги мне починить дорожку. Так нормально? Ага. В пупе нога. Дзынь-дзынь. О, это Люк. Подожди-ка. Эй. Привет, Лили. Мне предложили работу. Что? Люк, это прекрасно. Поздравляю. Спасибо. Я просто думаю, что время не самое удачное. Из-за Карен и Рэйчел. Что думаешь, мне соглашаться? Разумеется, соглашаться, болта. Рэйчел понравится, что ты работаешь и зарабатываешь деньги, а Карен будет считать тебя классным папой. Да, но что насчет тебя? Ведь меня не будет довольно долго. Ты ведь в курсе? Я... Мы с этим справимся, хорошо? Да, хорошо, я скажу им, что согласен. Давай. Пока. Щук. Задумалась. Выбрать растения. Что здесь осталось делать? Установить опоры для растений. Да, делай как я.
Отлично! Что-то думает Регина. О чем думаешь, подруга? А, да ничего особенного. Твоя мама все верно сказала. Я в шоке. Но это ведь хорошо. Встречаться с девушками. Я знаю, что можно, но... Можно ли мне? То есть я такая? Не слишком ли поздно мне задаться такими вопросами? Задаваться. Ты должна делать то, что будет лучше для тебя. К тому же теперь я могу примерить роль Купидона. Я знаю одну милую девушку в спортзале, которая... Ха, ты же шутишь, надеюсь. Конечно, зови меня Купидон Лили. Что дальше? Я хочу хотя бы начать чинить оставшиеся домики для фей, но на это уйдет много времени. Но я хотя бы начну. Эти ворота тоже нужно починить. Проект для Регины. Здорово, когда для нас обеих есть дело, верно? Работа в паре. Чудесно. Очистить участок. Скорее всего, очищают. Не знаю, есть ли смысл в починке этих домиков для фей, когда остался всего один день. Но ты ведь сделала музей из старого самолета всего за пару дней. Я знаю, я классная. Немного времени спустя. Так, а там он мыши бегает. Что-то они как хомяки разноцветные. Готово. О, привет, малыши! Простите за неудобство.
но теперь у вас будет новый домик, лучше прежнего. Тебе стоит поднять им арендную плату, когда мы закончим ремонт. Я бы никогда, никогда не стала наживаться на трудолюбивых полевых мышах со средним достатком. Каждый имеет право на жилье, Регина. Каждый раз я пытаюсь угадать, что ты скажешь дальше, и каждый раз ошибаюсь. Ты изучала дендрологию в колледже плотников, а я политику в колледже цифр. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Налетай на ворота, дорогая. Проект для Регины. Я все починила. Скажи, что любишь меня. Я тебя люблю. А кто любит тебя? Регина любит меня. Это точно. Для тебя ворота. Она чинит для тебя крыши. Она поднимает для тебя камни. При этом почти не жалуется. Я ее обожаю. Она знает. Почини домик для Фили. Итак, малыши,
готовьтесь увидеть свой новый изумительный трехэтажный особняк озера. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Мне нравится думать о том, как дядя Артур делал все это. Когда я чиню эти домики, то чувствую связь с ним. Он ведь умер, когда ты была еще маленькой, верно? Да, ранняя деменция. Тетя Мэри сказала, что все случилось очень быстро. Они заметили, что это началось, а спустя несколько лет он просто ушел. Это ужасно. Да, у меня не было возможности узнать его. Интересно, что бы он подумал обо мне сейчас? Я, конечно, сужу предвзято, но, по-моему, ты удалась на славу. Спасибо, дорогая. Не за что, подруга. Выбрать изморозь. Скажешь что-нибудь остроумное на тему стрижки изморози? Дай мне минуточку, я что-нибудь придумаю
когда мы с этим закончим. Хорошо, я готов к твоим колкостям. Ничего придумать не можем. Изгородь. У меня же была мысль. Не дави на меня. Ты ставишь меня в неловкое положение. Извини, подруга. Боязнь выступлений. Не могу поверить. Солнце скоро сядет. Хватит на сегодня? Да, выбора у нас нет. Как думаешь, я буду тебе нужна завтра? Кажется, работы осталось немного. Нет, я думаю, что успею все сделать в срок. Нужно будет только привести в порядок остаток рощи. Отлично, не хочу бросать тебя. Но завтра мне нужно будет сделать кое-что для подруги. Хорошо, без проблем. Ты мне очень помогла с этим проектом, Лина. Я так тебе обязана. Ты же знаешь, что я всегда рада помочь. И выставить тебе счет. Увидимся в день вынесения решения. Ни за что его не пропущу. Пока, Лилс. О, я совсем забыла проверить почту. А вот тут головоломочка. Сейчас мы кошмар внизу. Лили, режим. Так. Превратил ночной кошмар Лили в сладкий сон. Так, ну что-то ей приснилось. Кошмарно. Пчелки. Проверить почту.
Давайте проверим. Да. Ящичек, который мы в самом начале еще делали. А что, его нету? А, есть. Спам, журнал, счет за телефон. Это жмет? О, Самир прислал мне документы. Это нужно прочитать вместе с Филиппом и выяснить, почему здесь сказано, что тетя Мэри купила это место. Так. Эти документы не на эту землю. Это место с другой стороны дома Люка. Впрочем, оно граничит с этим участком. И он принадлежал тете Мэри. Так что... Нет, нет, нет! Лихо закручен сюжет. Так. Что это тут? Покрыто мраком. Все. Таинственная тайна. Нет, нет, нет. Этот участок просто огромный. Мне не привести его в порядок вовремя. У меня остался всего один день. Ну что ж, один. Сегодня же 28-й день. Еще 2 дня помню. Так, почему? Почему Филипп скрыл это от меня? Он был здесь столько раз и никогда не упоминал тот участок по соседству. Он всегда такой скрытный. Я не понимаю, зачем ему это делать. Я не получу наследство. Я не могу в это поверить. Я не получу наследство. Это все было впустую. Вот и где. Мне нужно с тобой поговорить. Я не в настроении, мам. Что ж, плохо. Поговорить так и с Холли. Вперед. А почему грустишь? Просто есть плохие новости, вот и все. Он тебя бросил, верно?
А я говорила, что он неудачник. Ты никогда не говорила мне насчет других активов Мэри. О, я ничего из этого не получаю. Я знаю, а Филипп просто ведет с тобой какую-то игру, верно? Думаю, да. Я говорила, что он что-то от тебя скрывает. Что ж, по крайней мере, у тебя есть дом и остальные деньги. Ты можешь просто продать дом мистеру Ричу, и это обеспечит тебя на доллар. Конечно, мам. Это место, оно ведь никогда не было твоим домом. Не нужно расстраиваться из-за его продажи. Я пойду спать, мам. Как хочешь. Спокойной ночи. Так, что-то лихо. Финал какой-то будет. Чувствую. Нехилый. Начать новый день. Ну, давайте, это какой 29-й. Так, ну что, получим по нарождению и начнем новый день. 3:04. Мистер Джонс, нет! Не ешьте все! Оставьте меня, вы, тролль! Как вы могли меня предать? Чем закончится эта эпопея с садом Лилии? Я думаю, что будет что-то необычное. Видимо, нужно вставать. Хотя теперь это кажется совершенно бессмысленно. Не понимаю, почему тетя Мэри и Филипп так меня подставили. Возможно. Но тетя Мэри, которую я помню, была совсем не такой. Вау! Привет, подруга. Видимо, мы с тобой теперь будем редко видеться. Хочешь пойти со мной посидеть в роще? Там так спокойно. Вау!
Хорошо, только хватит лаять, прошу. Мам, у меня сегодня много работы. Не отвлекай меня, пожалуйста, ладно? Ах да, завтра же большой день. Да, большой день. Увидимся позже. Что? Кто опять устроил беспорядок?